Вместо голливудской улыбки, ожоги и несчастным случаем закончилась обычная стоматологическая процедура в одной из омских частных клиник. Пациентка загорелась во время лечения прямо в кресле. Следственный комитет по Омской области проводит проверку. 28-летней омичке понадобилась пересадка кожи, а ожоги составили 12% тела. Врачи говорят, что состояние пациентки удовлетворительное и до конца недели ее выпишут. Инцидент произошел в стоматологическом центре, который расположен на улице Бархатовой, 6В. Во время приема медсестра решила подлить спирт в горелку, не убедившись, что она потушена. От огня пострадала не только пациентка, но и врач. О происшествии в самом учреждении предпочитают не говорить. События неординарные, но как пишут в интернете, что там прям они там пострадали, прям ужасно, такого ничего не было. Они не прям ужасно пострадали. Кстати, в интернете клиенты клиники делятся как положительными, так и отрицательными впечатлениями от работы специалистов клиники. Кто-то из пациентов отмечает нарушение санитарных норм, кто-то столкнулся с подменой дорогих материалов на более дешевые, кому-то отказались выдать договор на оказание услуг и чеки за лечение. Разобраться в этих и других нарушениях теперь предстоит следователям.